боец. В этом видеоуроке я тебе покажу упражнения, которые отлично развивают взрывную мощь удара. И скорость, и мощь – это просто необходимая вещь для любого вида единоборств, особенно для муай-тай, ММА и, конечно же, для самообороны на улице, где надо быстро и четко разобраться с противником. Эти упражнения я взял из своего онлайн-курса «От новичка до воина муай-тай за 60 дней», с которым ты можешь познакомиться более подробно и записаться в предварительный список в конце и под этим видео. Удачи в тренировках! Итак, работаем бой с тенью, но сегодня у тебя будет такой бой с тенью довольно необычный, то есть не просто как разминочный, а уже такой более боевой с элементами выносливости, скажем так. То есть задача работать во взрывном стиле. Ты стоишь с тенью, поставил себе таймер, у тебя будет 5 минут раунд, встал в стоечку, начинаешь передвигаться вправо-влево и взрываться по 10 ударов. По очереди будешь делать, в общем. 10 прямых, перемещения, 10 боковых, потом апперкоты, локти, колени, фронт-кики, мидл-кики. То есть все удары и по кругу будешь так прогонять. 10 ударов. Взорвался, потом перемещение в стоечке. Чувствуешь, задыхаешься, тяжело. Руки не опускать целый раунд, обязательно весь раунд отработать с поднятыми руками. Тяжело уже, задыхаешься, просто больше перемещаешься, больше делаешь защитные действия. Сработаешь просто, став, поперемещался, ушел, 10 прямых. Ударил, опять пошел, нырочки поделал, уклоны, оттяжечки, боковые. 10 раз сделал, опять поперемещался, апперкоты. И опять работаешь. То же самое с ножками. Мидл кики пошли. 10 раз ударил, поперемещался. Колени. Ударил, поперемещался. Блоки. Ушел, подошел. И в таком режиме. То есть чувствуешь, что тяжело. Там пошла задышка, да. Больше делай паузы между самими сериями. То есть взорвался, стоечку, спокойно подвигался. Уклоны, блоки, нырочки, оттяжки. Опять взорвался, опять защитные действия. В таком режиме работаешь. Итак, работа на мешке. Сегодня у тебя будет два одинаковых раунда, абсолютно одинаковых, но довольно тяжелых. Сразу тебе скажу, да, что ты сразу готовился к тяжелой работе на мешках. На мешках сейчас будешь работать то же, что и с тенью. Взрывная манера, по 10 ударов по порядку. Все удары руками, потом все удары ногами, но не подряд, а по 10 ударов, то есть серийно взорваться. Система работы та же самая, перемещение, защитные действия плюс взрыв. Встал на мешочке, дистанцию прочувствовал, уклоны, нырочки прямыми. И пошел опять смещение, поперемещался, подвигался. Можешь работать не по порядку руки-ноги, а в произвольной манере, но так, чтобы у тебя все удары отработались. Поперемещался и шел боковыми. Туда опять сразу ушел, блоки поставил, выставил. Опять защиты, нырочки, уклоны, оттяжки. И в такой манере целый раунд. Чувствуешь, нет силы, задыхаешься, больше работай защитных действий. То есть можно просто встать, с поднятыми руками постоять, поперемещаться, да, без ударов. Дыхание восстановил, силы восстановились, опять взорвался. Вот в таком режиме работаешь. Целых два раунда у тебя будет одинаковых. Работай.